Восстанет брат на брата, на отца, похуже Каина, шлем краснозвездный выпрет. Гражданской заварухи нет пока конца, не расхлебать 100 лет кровавую палитру. Благодарение Богу побеждает красный дракон, ползущий в иудейской шляпе. Средь победителей теперь начнутся распри, террор за слово, что с просонок ляпнут. А если бы победа повернулась к белым, опять бомбисты, террористы в деле. Загаженная церковь оставалась целой, ведь царь мирской ее от мира не отделит. Не может быть, что Богу вопреки столетия торчали безбожники у власти. При царской власти было бы не с руки избыть монашество страшнейшей из напастей. Если для апостолов мы братья, так почему ж восстали против Божье слово? За что решили дружно покарать их? Святую Библию какой противник слопал? Прислуживались у любых властей, ища защиту у мирских ублюдков. Ни дня единого без монастырских стен, прибытки щедрые всегда при многолюдии. На Сына Божия восстали те отцы, которые от Слова Божия не родились. Потерянных овец не думали пасти, бескрылые ползли на левый клирс. Восстали мертвые на истинно живых, иконами мощами смертно обложились. Питание не слово, а свинящий жмых. Погрязло все в церковном затхлом иле. Сердца отцов да возвратятся к детям. Кто не от них родился, а от Божье слово. Таких крещений Дух Божий сам оденет. Евангельская сеть для царствия уловит. 1 сентября 2009 года.